Что ж, это основные концепции. Вот теперь давайте посмотрим, что нам необходимо сделать, чтобы мы лучше представляли, что имеется в виду под детерминизмом. И вы помните, мы с вами уже разбирали основное определение детерминизма. И при этом мы с вами говорили о том, что существуют различные формы детерминизма. Поэтому всегда необходимо уяснять, о какой форме детерминизма идет речь, а о какой речь не идет. Что ж, наиболее крайняя, радикальная форма детерминизма известна как фатализм. Если у вас уже была возможность самостоятельно об этом почитать в книге «Нет подобного ему», то вы знаете о том, что, в свою очередь, существуют разные формы фатализма. И позвольте мне упомянуть хотя бы две таких формы. Согласно наиболее крайней форме фатализма, абсолютно все предопределено судьбой, причем предопределено заранее, все, что когда-либо произойдет. И никто не может избежать того, что предопределено судьбой. И даже Бог здесь не в силах ничего сделать, чтобы изменить то, что неизбежно произойдет. Поэтому не только люди являются жертвами судьбы, но и сам Бог оказывается беспомощным, чтобы изменить то, что должно произойти. Поэтому с этой формой фатализма связано понятие неизбежности. И здесь подразумевается то, что никто не может сделать ничего, абсолютно ничего, чтобы отменить то, что должно произойти. Второй вид фатализма не такой радикальный, но, тем не менее, и он допускает достаточно крайнее утверждение. Согласно второй форме фатализма, утверждается, что все-таки я или кто-то из вас что-то можем сделать в какой-то конкретной ситуации, чтобы изменить будущее, но я не знаю, что это, что можно сделать. Я могу попытаться что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, но в итоге ничего не изменится. Поэтому все равно, все, что должно произойти, все равно произойдет. И по большому счету я ничего не могу с этим поделать. Что ж, есть и другие виды фатализма, которые описаны в книге. И вот что я хотел бы сейчас сказать. Есть немало индетерминистов, которые полагают, что если человек кальвинист, то он обязательно фаталист. И вот что я хотел бы на этот счет сказать, причем я хотел бы это подчеркнуть. Я думаю, что есть кальвинисты, которые толком не понимают, что делают, которые придерживаются какой-либо формы фатализма, но сам кальвинизм не включает в себя фатализм. Если вы кальвинист, и при этом вы верите то, что мы упоминали, когда говорили о фатализме, то вы неверно понимаете кальвинизм. Что ж, есть еще одна форма детерминизма, отличающая от фатализма, это крайний детерминизм. Что ж, здесь уже нет такой идеи неизбежности, как в случае с фатализмом. Но крайний детерминист скажет вам, что все, что когда-либо происходило, было предопределено. А так как все, что когда-либо происходило, на самом деле предопределено, то такое понимание исключает наличие какой-либо свободной воли. Что ж, вот что я бы сказал. Те люди, которые придерживаются позиции крайнего детерминизма,
Они либо полагают, что единственное правильное понимание свободной воли — это либертарное понимание свободной воли, а такая форма детерминизма не составляет для этого места, то тогда, если позиция крайнего детерминизма верна, то свободной воли не существует. Но, с другой стороны, есть понимание свободы в умеренном детерминизме. И о наличии такой свободы детерминист может знать. Просто он полагает, что крайний детерминизм означает, что все настолько предопределено, что не остается места ни для какой свободы. Что ж, есть кое-что еще, что следует добавить, когда мы говорим с вами о крайнем детерминизме. Те, кто стоят на этой позиции, во всяком случае, если мы говорим о богословах, так как они верят, что именно об этом учит Писание, мы можем сказать, что несмотря на то, что мы не свободны, мы нравственно подотчетны, ответственны за то, что мы делаем. И если кто-то скажет, что это несправедливо, если вы что-то делаете, потому что вынуждены это сделать, и при этом Бог наказывает вас, то на это очень часто крайний детерминист вам скажет: «Посмотрите, Бог имеет право, как Творец, как Верховный Владыка этой Вселенной, установить любые правила в этой Вселенной, какие только захочет. И это не мое дело и не ваше дело спорить с ним о том, справедливо это или нет». Что ж, существуют формы кальвинизма, которые, можно так сказать, за неимением лучшей формулировки, очень-очень консервативны, скажем так, правое крыло кальвинизма. Такие кальвинисты убеждены, что Бог обладает абсолютной властью, абсолютно контролирует все, что происходит в этом мире. И они скажут: «Посмотрите, Писание учит о том, что Бог все держит в своей руке, и мы просто не представляем, как это согласовать с верой в свободную волю». И далее они добавляют, что так как Библия учит о том, что человек нравственно подотчетен и ответственен, то значит это так, даже несмотря на то, что человек не обладает свободной волей. Позвольте мне пропустить раздел «Парадоксальный детерминизм», потому что это больше относится к моделям суверенности. Да, пожалуйста. Я хотел бы спросить об отличии крайнего детерминизма и фатализма. Она в моральной ответственности, так? Что ж, это одно отличие. Спасибо, что вы упомянули об этом, Бен. А то я мог бы упустить это, ничего по этому поводу не сказать. Фатализм подразумевает неизбежность того, что должно произойти. Ничего нельзя изменить. В случае с крайним детерминизмом, если вы верите, что Бог — это тот, кто все определил, все, что должно произойти, то крайний детерминист скажет вам, что Бог не вынужден был сотворить этот мир. Он мог решить вообще его не творить, или он мог решить сотворить другой мир, отличный от нашего. В случае с крайним детерминизмом, особенно если речь идет о Боге, считается, что Бог не жертва, Он как раз тот, кто все определяет и все держит под своим контролем. Вот это более важное отличие между крайним детерминизмом и фатализмом, чем вопрос о нравственной подотчетности. Фаталист скажет вам, что свободной воли нет, ее не существует. Но если кто-то из фаталистов вдруг верит в Бога, то он может сказать, что есть такое понятие, как нравственная подотчетность. Конечно, большинство фаталистов — атеисты, поэтому об этом даже речь не идет. И если задуматься, бессмысленно говорить о нравственности. Спасибо, что упомянули об этом. Мне следовало бы об этом сказать. Что ж, есть еще одна разновидность детерминизма. И я называю эту разновидность умеренный детерминизм. И именно эта форма детерминизма включает в себя понятие свободной воли. И эта концепция свободной воли, как вы вскоре убедитесь, отличается от понятия либертарной свободной воли.
В этом случае дается немного иное определение. Подлинное, свободное действие человека обусловлено причинами и условиями которые непреодолимо склоняют волю до тех пор, пока причины не связывают волю. В книге «Нет подобного ему» вы найдете более подробное определение. Там приводится более точное определение. Подлинно свободное действие человека обусловлено причинами и условиями, которые непреодолимо склоняют волю, при этом не связывая ее. Теперь, что же здесь имеется в виду? В первой части этого определения, в первых двух строчках, действие человека может быть свободным, даже если оно обусловлено какими-либо факторами. И когда я говорю о том, что какие-либо условия или факторы непреодолимо склоняют волю, я имею в виду то, что эти факторы настолько сильно влияют на человека, чтобы он принял определенное решение и сделал определенный поступок, что можно говорить о непреодолимом влиянии. Хорошо. Но что нам уже следовало бы отметить, это вот что. Вот такая свобода не может быть равнозначна либертарной свободной воле. Кто-нибудь может мне сказать, почему? Потому что здесь, как мне кажется, эти факторы играют решающую роль. Правильно. Но тот, кто придерживается либертарной свободной воли, скажет, что поступок не свободен. Так? Здесь же говорится... Поступок совершен по свободной воле, несмотря на то, что он обусловлен факторами. Поэтому то, что здесь имеется в виду, не может быть равнозначно либертарной свободной воле. Но затем стоит спросить самого себя, подождите-ка, неужели поступок может быть обусловлен другими факторами и при этом совершен по свободной воле? Но как? Что ж, до тех пор, пока эти факторы не связывают волю человека. Но что значит совершить поступок, если воля связана? Совершать поступок, когда воля связана, как мы уже с вами говорили, это выбирать то, что ты не хочешь, поступать вопреки своей воле. И вот теперь мы можем объяснить то, что здесь написали. Поступок может быть совершен по свободной воле, даже если он обусловлен другими факторами. Но это до тех пор, пока эти факторы не связывают мою волю, не заставляют меня поступить вопреки моей воле. Если же эти факторы склоняют меня к поступку, который я не хочу делать, то тогда моя воля связана. И в этом случае ни детерминист, ни индетерминист не согласится с тем, что речь идет о свободе. Теперь, иногда эту свободу называют свободной волей умеренного детерминизма. Но более часто в книгах вы встретите вот такое название этой свободной воли — компатибилизм. И я думаю, вы понимаете,
Почему выбрано именно такое название? Потому что свободная воля обусловлена внешними факторами. До тех пор, пока эти факторы не заставляют меня поступать вопреки моей воле, делать то, что я не хочу делать. Теперь, вы, быть может, хотели бы знать, ну, кто же во все это верит? Как мы уже сказали, армяне придерживаются либертарной свободной воли и также верят верженцы открытого теизма и процесс теизма. И не все кальвинисты верят вот в такую компатибилистскую свободную волю. Многие кальвинисты вообще отвергают любую свободную волю, потому что они настолько сильно верят в Божью суверенность, что они не могут найти место в своей системе убеждений для какой-либо свободной воли. Что ж, но все-таки есть кальвинисты, и я в их числе, которые считают, что разумно говорить о свободной воле, и если при этом Бог действительно все держит под своим контролем, и все, что Он определяет, неизбежно произойдет, что ж, тогда можно уверенно говорить о том, что произойдет. Так? Но если речь идет о либертарной свободной воле, человек всегда может поступить иначе, выбрать альтернативу своему поступку. Поэтому мы ни в чем не можем быть уверены относительно будущего развития событий. Так? Поэтому встает вот такой вопрос. Как Бог может гарантировать, что то, что он хотел бы видеть в истории, если это включает свободную волю человека, его творение, как он может гарантировать, что именно это произойдет, если люди наделены либертарной свободной волей? Он не может ничего гарантировать в этом случае, и армяне с этим согласятся. И здесь может взять слово «открытый теист» и сказать, что ж, разве вы теперь не видите, что будущее больше своей части скрыто, неизвестно? И дело здесь не в том, что Бог не может контролировать будущее, то, что мы с вами собираемся сделать. Он просто не может знать, что мы собираемся сделать. Потому что пока мы не примем решение относительно того, что мы сделаем по либертарной свободной воле, никто не знает, каким будет наш поступок, включая самого Бога. Но если Бог захотел, скажет вам армянин и открытый теист, если Бог захотел дать нам такую свободную волю, то значит Он хочет сидеть и ждать, как же мы поступим, чтобы потом уже планировать свои действия и свой ответ. И Бог, конечно, не обязан был все так устроить, но если мы придерживаемся понятия либертарной свободной воли, то тогда именно таким образом Бог сотворил этот мир. И получается, что Бог в какой-то степени идет на риск, потому что Он не знает, как мы поступим, и никак не может ничего изменить, если речь идет о либертарной свободной воле. Но, с другой стороны, умеренный детерминизм утверждает, что нет, Бог может контролировать то, что произойдет. Он может заранее это определить, и уж, конечно, он знает, что произойдет, потому что он принимает решения и воплощает их в реальность. И те, кто придерживается либертарной свободной воли, скажут, но это не свобода. Нет, это свобода, потому что если Бог контролирует все, Он контролирует не только цели, которые будут достигнуты, но и средства для достижения этих целей. Другими словами, если Бог решил, что вы примете Христа, то Он также решил при этом и как вы примете Христа и ответите на Евангелие, какие факторы вас убедят уверовать в Христа по своей воле. Ведь если Евангелие навязывается силой, то тогда ваша воля связана. И даже детерминист согласится с тем, что в случае со связанной волей нет свободы. Что ж, вы можете сказать, ну, все это звучит интересно, но я могу понять, как
Если мои поступки обусловлены внешними факторами, и при этом я все-таки руководствуюсь своими желаниями, поступая так или иначе, я могу понять, как Бог может склонять меня к тому или иному решению, поступить так, как Он решил, я должен поступить, и при этом Ему не обязательно связывать мою волю. Но вот если речь идет о совершении злых поступков, то Писание говорит нам, что Бог не склоняет человека ко злу. Да Ему и незачем склонять. Мы с удовольствием делаем это сами. И если Бог установил, что мы будем совершать нечестивые поступки, то Ему ничего не нужно делать, мы их сами совершим. Он просто помещает нас в обычные условия этой жизни, и когда мы оказываемся в этих обстоятельствах, то мы сталкиваемся с искушениями, как написал Иаков в 1 главе 13 стихе и далее. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. И уже затем мы принимаем решение совершить зло, и тем самым совершаем грех. Что ж, хорошо, я могу понять, как поступки человека могут быть обусловлены внешними факторами, и при этом его воля не связана, и он может делать то, на что у него нет особых предпочтений. Я могу понять, как поступки человека могут быть обусловлены, и при этом его воля не связана, он делает то, что хочет, скажем, грех. И если речь идет о тех поступках, которые обусловлены, и при этом хорошие, и человек действительно хочет их совершить, то я могу понять, как это согласовать со свободной волей. Но что, если Бог решил, что я должен сделать то, что на самом деле не хочу делать? Как вот тогда мое поведение может быть свободным, даже если мы принимаем вот это понимание свободной воли? Вы видите, либертарная свободная воля прекрасно согласуется с такими ситуациями, когда речь идет о поступках нейтральных, и вы действительно хотите их совершить, и это заранее определено. Но вот если определено, что вы совершите то, что вы не хотите совершать, то вот именно здесь возникает проблема. И что ж, это особенно важно, потому что есть одно решение, которое должен принять каждый человек. И это решение либо принять Христа, либо его отвергнуть. И что же Писание говорит о природном человеке? Желает ли он принять Христа или нет? У него нет никакого желания принимать Христа. Но если Бог установил, что определенные люди спасутся, то это означает, что они сделают то, чего не хотят делать. И как тогда может компатибилист объяснить, как кто-то в итоге сделает то, чего делать не хочет, и при этом делает это по свободной воле? ТВ-семинари — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, позвольте мне попытаться объяснить, как это может произойти. И я постараюсь это объяснить при помощи одной иллюстрации. И в этом случае мы говорим не о том, что Бог решает. Давайте представим случай, когда, скажем, я решаю, что что-то должно произойти. И что же это за пример? Что ж, скажем, я решаю, скажем, неважно по какой причине, что Бен должен выйти из класса и сделать это за 5 минут. И что ж, воплотить это решение я могу несколькими разными путями.
Я думаю, если бы я был достаточно физически силен, я мог бы подойти к Бену и буквально выставить его из класса в коридор. Но это был бы пример ограничения воли, когда воля связана. Так? Но есть и другая альтернатива. Я мог бы начать угрожать Бену. Я бы ему сказал, если сейчас не встанешь и не выйдешь из класса, получишь двойку за курс. Неважно, как ты напишешь работы, как ты сдашь экзамен, ты все равно зачет не получишь. Но, скажем, это на него не действует. Он скажет, мне все равно, я из класса не выйду. Но, скажем, предположим, что на этот случай я принес с собой пистолет, зная, что он может так отреагировать. Я говорю, либо ты выйдешь из класса, либо умрешь. А если ты умрешь, то уж ты точно не сможешь получить зачет по этому курсу. Поэтому лучше выйди из класса. Но представьте, несмотря на все это, он все еще хочет остаться в классе. Но затем, подумав, он решает, но это не значит, что я не смогу вернуться, выйти из класса. И вот подумав, он решает все-таки выйти из класса. Что ж, выйдя из класса таким образом, можно говорить о том, что он совершил поступок со связанной волей. И тогда нельзя говорить никакой свободной воли. Но есть и другой путь, как я могу заставить его выйти из класса, без каких-либо угроз. Я бы мог попытаться предоставить ему аргументы и показать, что это для его же блага выйти из этого класса. Скажем, каким-то образом я узнал, что через 5 минут по коридору будет проходить богатый человек и будет проходить мимо нашего класса, и он будет выписывать чеки на огромные суммы денег любому студенту, который имеет какую-либо нужду. И, скажем, я знаю о том, что он это сделает только 5 первым студентам, которых встретит на своем пути, которые имеют какие-либо нужды. И вот этим 5 студентам он выпишет чеки, скажем, на огромные суммы денег. И вот, представив такие доводы, показав ему причины, почему для его же блага будет выйти из класса, даже если изначально он не хотел выйти из класса, услышав все эти аргументы и доводы, он меняет свое решение. Желание Бена о том, что он хочет делать в следующий момент времени, меняются. И теперь он уже сам хочет выйти из класса. И в соответствии с этим желанием он встает и выходит из класса. Если таким образом я могу вывести его из класса, то тогда, конечно, выход из класса для него обусловлен внешними факторами. Те причины, те аргументы, которые я ему высказал, оказались достаточно сильными, чтобы склонить его волю встать и выйти из класса. Но при этом он остается свободным, скажет вам компатибилист. Он поступает по свободной воле, потому что он делает то, что хочет, даже несмотря на то, что изначально он не хотел выходить из класса. Но пересмотрев ситуацию, рассмотрев аргументы, он решил встать и выйти из класса. И это он и сделал. Теперь, вот это объяснение также помогает понять, как происходит такое, что Бог способствует тому, чтобы мы приняли Христа по свободной воле, в компатибилистском значении. Бог прекрасно знает, что точно необходимо для того, чтобы каждый из нас захотел принять Христа. И поэтому, планируя не только цели, тот факт, что мы спасемся, но и средства для достижения этих целей, Бог устанавливает все, что понадобится для того в нашей жизни, чтобы привести нас к определенному моменту в жизни,
когда, несмотря на то, что изначально мы не хотели принимать Христа, в этот же момент, понимая, что происходит, осознавая то, что Дух Святой говорит нам, убеждая нас принять Христа, мы сами хотим принять это решение, и Бог, конечно, позволяет нам это сделать, и мы просим Христа стать нашим Спасителем. И компатибилист скажет, что это решение сделано по свободной воле, потому что мы сделали то, что хотели. И все-таки то, что мы сделали, было обусловлено внешними факторами. Можем эти факторы указать, которые склонили нас к этому решению. Что ж, это основная идея умеренного детерминизма. И понятно, что свобода, о которой здесь идет речь, отличается от либертарной свободы. И я хочу кое-что еще добавить, прежде чем мы перейдем к вопросам. Мы уже дали два разных определения понятию свободной воли. Либертарная свободная воля и компатибилистическая свободная воля. Те люди, которые придерживаются такого понимания свободной воли, не говорят о том, что каждый поступок свободен. Они понимают, что порой наши поступки, даже если вы придерживаетесь понятия либертарной свободной воли, порой наши поступки обусловлены внешними факторами. Даже если вы придерживаетесь второго понимания свободной воли, мы должны признать, что порой нам приходится поступать вопреки своей воле. Но говорится следующее. Основное состояние воли и того, как она функционирует, это то, что в большинстве случаев, если не во всех случаях, мы совершаем поступки по свободной воле, о какой бы свободной воле ни шла речь. И именно таким образом нам следует понимать свободную волю. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.